Доброго всем одесского вечерочка. Мы с вами пришли к морю снова и снова. Я думаю, мои постоянные зрители, они уже переполнены этим морем. Я столько моря показываю на протяжении всего этого времени ежедневно. Наверное, никто так много моря не показывает. Так что, кто хочет видеть море во всех его интерпретациях, и в дневных, и в ночных, и в утренних, и на рассвете, то обязательно подписывайтесь на канал, поддерживайте мои видео лайком. Людей как-то сегодня вообще нету. Сегодня понедельник. Обычно после выходных идет такое затишье возле моря. Люди все пропадают. Все на выходных отгулялись, насмотрелись на море, нафотографировались возле моря, надышались морем, и уже каждый отправляется во свояси, так сказать. Вот. Не, ну тут смотрите, тут немножко собралось народца. Стоят, что-то делают, чем-то занимаются. На веселе компания. Вот. Правда, не видно ничего. Подсветки никакой нет. Здесь такая своего рода темнота. Так, ну а здесь у нас ночная или вечерняя Аркадия, не знаю, как правильнее назвать. Еще видите, даже немножечко освещается небо, если там уже над морем полная темнота. Вот смотрите. Вот это я на море, короче, повернулся, чтобы вы понимали. Вообще ничего не видно, да? Темень кромешная. А там у нас еще солнышко садится, и видно такое небольшое освещение. Аркадийский дворец. Вот, а там музыка валит. Не по-детски, блин. Ну, еще время до 10 есть у них. Немножечко поразвлекаться. Сегодня как-то вообще пустая набережная здесь. Ни рыбаков нету, никого. Да, ну какие рыбаки? Шторм на море. Сегодня, кстати говоря, несколько мин взорвалось, я уже говорил на своем канале. Одна взорвалась сама, где-то в нескольких километрах или в километре от уреза воды. А вторую взорвали уже контролируемо, тоже прибило ее, уничтожили. О, слышите музыку? Это аж оттуда вас, с района Ибицы, слышно сюда. Представляете, как громко. Ладненько, ребят, всем хорошего вечера. Подписывайтесь на канал. Мирного неба, мирной, тихой, спокойной ночи. Я на связи. Капец, над морем вообще ничего не видно. Луны нету, еще не вышло. Там видно, здесь не видно. Все, до встречи, пока.